Сегодня мы с вами поговорим о таком уникальном хорошем удобрении, как цитоплан. Это 100% натуральный экстракт водорослей, ну, специализированный, да. И что в нем самое интересное? Конечно, помимо стимулирующих всех, в нем очень много цитоканина. И, соответственно, так как в нем много цитоканина, он влияет очень хорошо на продуктивные органы растений, стимулирует более усиленное цветение, деление клеток. И сегодня мы хотели познакомить вас с такой очень интересной работой компании Denso цитопланта на арбузе. Ну, на арбузе, как бы все знаем, да, в смысле, кто занимается выращиванием сортовых, то есть очень много, как у нас говорят, в поле это отхода, то есть это арбуз, который вырастает всего там в 3 килограмма, ну, максимум в 4, то есть некоммерческий арбуз. И если питание слабоватое, такого арбуза достаточно много, да, то есть можно поехать у нас после сбора полей, да, вот такого арбуза очень много мелкого. И компания Denso сделала в 2017 году на арбузе опыт, соответственно, который дал очень интересный результат. Ну, после обработки что? То есть улучшилось на арбузе это цветение, повлиял хорошо на набор плодов и на самое, что тоже очень важно, на развитие, начальное развитие арбуза. Тем более, сами ведь в этом году, в 2018 году погода чудит, то может быть за 30 градусов на следующую ночь там, до плюс 4 температуры упасть. То есть именно в этот момент, если у вас сейчас, ну сейчас я не знаю, но если продолжится так погода идти дальше, то для цветения это будут не совсем благоприятные условия. И что происходит? То есть на арбузы на гектар они дали 1,5 литра цитопланта. Данная работа себя как показала? Мы видим на графике, то есть было выделено 1000 квадратных метров, которые обрабатывали, и 1000 квадратных метров, которые не обрабатывали. Что мы получили в конечном случае? На контроле, где не было обработки, 1600 коммерческих плодов, именно коммерческих, да, мы считаем. А там, где была обработка, мы собрали 1810 плодов, да, то есть качественных плодов. Самый главный момент обработки, когда берется, то есть первый момент обработки – это появление первых бутонов, то есть еще не открывается. Вторая обработка, две обработки – это ровно через неделю после первой. И мы видим, что у нас возросло количество плодов, мы видим, что у нас вырос средний размер плод. Поэтому на арбузах есть смысл применять цитоплан. Конечно, дополнительно могу сказать еще, что в идеале применять, конечно, его надо вместе с натурамином. Если кто смотрел наши работы по натурамину, то есть не смотрел, обязательно посмотрите, когда на натурамин на кукурузе, как просто стимулирующий. И была очень хорошая работа натурамина, как стрессоснимающего препарата на подсолнечном. Что я хочу сказать, да, то есть был у нас года два такой очень хороший показательный пример. Это в Павлодарской области. Человек взял арбуз продюсер, и был год прохладный, весна была очень прохладная, и соответственно арбуз не развивался ни у кого-то, да, хоть там и гибридный, хоть такой, но данный человек, да, то есть раз в неделю бегал и натурамином обрабатывал. Итог такой, что его баночный арбуз, который должен был созреть позже, созрел раньше, чем гибриды. Но в данном случае это, конечно, сказано то, что в более пониженных температурах арбуз егошний развивался. Не скажу, что продюсер обычно все-таки, конечно, зайдет попозже, но вот здесь развивался. Поэтому весной, тем более при таких перепадах температур, если вы будете давать натурамин и цитоплан при цветении, вы получите и более раньше, и более качественный урожай. На этом спасибо. До свидания.